неизменным атрибутом любого праздника и украшением интерьера во все времена были и остаются живые цветы. С открытием в Орехово-Зуеве цветочного центра «Еврофлор», которое также было приурочено к началу учебного года, выбор живых или искусственных цветов и всевозможных цветочных аксессуаров стал приятным и необременительным для любого кошелька занятием. 28 августа в Орехово-Зуеве по адресу Центральный бульвар, дом 5, открылся новый оптовый цветочный центр «Еврофлор» торговой площадью 230 квадратных метров. Команда магазина – 12 квалифицированных специалистов, работающих посменно. Для удобства обслуживания клиентов предусмотрены две кассы. «Еврофлор» предлагает клиентам максимальный ассортимент разнообразных цветов и растений, способных удивить даже самого взыскательного покупателя. Мне очень нравится в этом магазине. Здесь приемлемые цены, хорошее обслуживание. И вообще, такие цветы, я нигде таких цветов не видела. Здесь очень хорошо, здесь культурно, красиво. Здесь хочется прям ходить и ходить и ходить. Покупать, покупать, покупать. Так мы и сделаем. На полках представлены как классические, так и редкие экзотические цветы, привезенные из Азии, Европы, Латинской Америки. Не последнее место занимает и продукция от российских производителей. Помимо живых цветов, в широком ассортименте на отдельных стеллажах представлены искусственные цветы, успешно применяемые в декоре. Кроме того, своим клиентам центр предлагает полный спектр всевозможных цветочных аксессуаров. Это изделия из стекла, керамики, металла, пластика, различных форм и форматов, упаковочные материалы, товары по уходу за растениями, тенями и многое другое. Холодильная камера, поддерживающая постоянную температуру, способствующую хранению срезанных растений, занимает значительную часть павильона и сразу привлекает внимание посетителей представленными в ней готовыми флористическими композициями. Благодаря прямым закупкам у производителей гибкая ценовая политика позволяет работать как с розничными покупателями, так и с оптовыми клиентами на выгодных условиях. Компания «Еврофлор» имеет 15-летний опыт работы с цветочными продукции. Она является прямым импортером цветов и растений из самых разных стран, из Латинской Америки, из Азии, из Европы. И, естественно, закупает продукцию отечественных производителей. Несмотря на то, что центр только открылся, он уже принимает заказы через сайт в интернете, где все желающие могут совершить покупку, которую можно будет забрать в магазине. В этот день все посетители были приятно удивлены. В честь открытия они получили в подарок дисконтные карты и средства по уходу за цветами. Все у нас «Еврофлор»!